Дата дня. 9:06. Доброе утро. Если вы только что к нам присоединились, то сообщу, что это Радио Ван, да, что сегодня 17 февраля, что сегодня среда, что сегодня Республика Косово отмечает День независимости. Смогли, добились. В России День студотрядов. А вот когда-то была такая замечательная традиция. Хотя в России, наверное, есть и сейчас. Больше всего я завидовал, конечно же, ребятам и девчатам, которые ходили в прекрасных брезентовых курточках с нашивками. С огромным количеством куртки, на самом деле, значков. Вот всегда хотел такую курточку, но, к сожалению, вот Союз развалился. И на фоне обязательно песня должна была идти. Ну, такая, да, гитара. Мой адрес не дом и не улица. Ну да, помните. Да. Развалился Советский Союз, и во времена моего студенчества студотрядов уже не было. В Древнем Риме сегодня начинали отмечать веселый праздник. Сатурналии? Квириналии. А, Квириналии. Ну, тоже веселый, да? Да, тоже. Да. Умели веселиться в Древнем Риме, не то что сейчас, не то что мы. Кто родился? Итак, Карл III де Бурбон, французский полководец, граф де Монпансье. Сегодня родился граф Федор Толстой, прозвище «Американец», русский аристократ и авантюрист. Действительно, почитайте про него, это очень увлекательная жизнь. Гопаж, да. Льва Толстого. Да, да. Льва Толстого, гопаж. Петр Шмидт сегодня родился, российский революционер, лейтенант. И помните, у него есть дети. Вот ну, те дети много, самые, да, лейтенанта Шмидта. Это он. Это именно он, в общем-то, руководитель Севастопольского восстания. Далее. Сегодня родилась Агния Барто, советская писательница, автор стихов для детей и киносценарист. Ну и для взрослых, конечно же. Альфред Мендельсон. Барто писал и для взрослых. Ну да. Мендельсон, но это румынский композитор, дирижер и педагог. Хотя, это в общем-то, похож на того. Подпольная кличка была? Наверное. Мендельсон. Рене Руссо, американская актриса кино и телевидения, фотомодель, очень красивая девушка. Сергей Болтача, советский футболист. Да. Чемпион Европы 1988 года. Ну как чемпион Европы, Дим? Ну, призер чемпионата Европы. Да. Ну да. Там проиграли они в финале сборной Голландии. Майкл Джордан сегодня родился. Американский баскетболист, шестикратный чемпион NBA. Легенда. Вот. Легенда мирового футбола. До сих пор, в общем, считается лучшим игроком всех времен народов. И все, кто сегодня играет в баскетбол, хотят быть, как Майкл. Да, как он. Билли Джо Армстронг, американский гитарист, певец, автор песен, основатель группы Green Day. Замечательный парень, заводной. Эд Шеридан, британский певец, гитарист, тоже автор песен, лауреат 2 премий Грэмми. Ну и, наконец... Рыжий такой. Да. Ну и Моргенштерн сегодня родился. Тот самый, на самом деле, его зовут Алишер Валиев. Не знал. А ты думал, он немец, да? Ну... Башкир. Да, башкир, оказывается. Рэп-исполнитель и блогер даже. Ну, очень известный персонаж, достаточно богатый, достаточно скандальный. В общем, хватит о нем. Сегодня также родилась Пэрис Хилтон. Да, ну? Да. Ух ты, слушайте, американская актриса кино и телевидения. Кто она там еще? Певица, автор песен, фотомодель, дизайнер. Ну, тоже блогер. Наследница вот империи Хилтон. Одна из самых богатых, обеспеченных и, наверное, счастливых девушек. Девушка, которая подарила нам передачу «Прожектор», Пэрис Хилтон. Ну и не только. Спасибо. Не только нам и не только это. Поздравляем всех замечательных людей, которые не вошли и не попали в этот список и родились сегодня. И желаем вам всего самого-самого хорошего. Самое главное, конечно же, гармонии в душе. Потому что если не будет этой самой гармонии, не будет ничего другого. Еще раз поздравляем Билли Джо Армстронга, сооснователя группы Green Day, у которой сегодня действительно днюха. Ну и заводные ребята из «Зеленого дня» прямо сейчас для вас. Доброе утро! Доброе утро!